Всем доброе утро. Лазаревское. Время где-то 6:30 утра. 2 сентября. С утреца. Вообще может показаться, что мы вообще в другом море находимся. Дует ветерок. Ветерок такой не слабенький, я вам скажу. Кто-то уже занял себе местечко под зонтиком. Расстелил покрывальце. Ночью, скажу вам по секрету, был дождь. Я не знаю, какой он был силу, но судя по шуму, даже ливень слегка напоминал. Достаточно мощный был. С утреца уже тротуары сухие, дорога немножечко еще, конечно, со следами дождя осталась. На самом побережье дует такой вот ветерочек. Не слабо, даже барашки появляются иногда. Но это, возможно, через какой-то хотя море напоминает какой-то северное. Не все решаются купаться. Кто-то просто хочет помочить ножки. Солнышко только встает. Видимо, вызван, скорее всего, видит. Не совсем правильно, наверное, выразился. Утренний бриз, всегда намного теплее, чем море получается было. Солнце прогревает посильнее. Посмотрим, что будет в обед. Ну, я думаю, все наладится. Хотя такое утро будет такое суровое, на мой взгляд. Тем не менее, народ купается. Несмотря ни на что. Какая-то новая лодка спасательная появилась, смотрите. Вот такое вот утро. С утра пораньше сегодня, так как буду немножечко занят. Посмотрим, что будет днем. Ну, извините за стабилизацию, с телефона снимаю.